Так, ну це буде згодом. Зараз давайте перекусимо з вами. У нас наразі салат з маринованими овочами. Буде готувати його Інна Степанова, шеф-кухар ресторану «Вінницька Риберня». Всім смачно. Всем доброе утро. Меня зовут Инна Степанова. Я шеф-повар Винницкой Риберни. Сегодня для вас мы будем готовить салат с маринованными овощами. Для этого нам надо будет лист салата, капуста, лук, грибы маринованные, фета и перец чили. Берем лист салата, грибочки, лук синий, пару колец, капусту. Перец. Сбрызгиваем маслом и чуть-чуть соли. Берем сыр, фету. Берем соус. Сегодня мы в ресторане в Винницкой Риберне приготовили салат с маринованными овощами. Приятного аппетита!